Доброе утро, хлопчики! Все, мы готовы работать. Минималочки по Москве раскиданы. Спрос просто упал, пока я спал. Время 9 утра, но я игрался с этой елдой. Снимал рекламу, поэтому потерял все кэф. Но ничего страшного, сейчас мы восстановимся. Да, утенок? Е-бой, мой дружище. Сегодня мы будем разгонять баблишко москвичей на Hyundai Creta 19 года. В принципе, ничего не меняется, но если кому нужен обзорчик... Опа, а что такое? Ракета. Кто-то здесь, конечно, баловался. Если меня повесят, то... Короче, кто хочет обзор на эту малышку, и каково с ней вообще работает такси, насколько она капризна, пишите в комментариях, будет обзорчик. А сейчас я готов газовать. Летим делать баблишко. Выжимаем сцепление и переходим на нейтраль, потому что нужно переключиться на таксопарк надежный. Комиссия парка всего 1.5%, вывод под ноль, хоть после каждого заказа 24/7. И комиссия на вывод всего 1%. А девушки работают вообще без комиссии парка. Как вам такое? Много интересных плюшек, все они по ссылочке, по QR-кодику или в описании видео. Переходим, ознакомливаемся, самые выгодные условия на рынке. Всем ни гвоздя, ни жезла, а мы поехали дальше. Ну что, как по традиции, первый заказик берем вместе, дальше выстреливает, как оно пойдет, да, наверное? По аккаунту у меня 5 звезд. На протяжении уже 1000 поездок, объясню потом лайфхаки, золото до платины не дотянул. И в принципе очень долго не работал. За этот месяц уже заработано за прошлое 202 тысячи рублей. Если кому интересно. А самое бомбовое то, что я еще на летней резине. А на улице 4 градуса тепла. И как будто это все к вечеру начнет остывать и начнется полный каток. Ну так что, я вообще что-то расстроился, думаю, где заказы, где заказы. А сегодня пятница. Сегодня утро вообще нам бесполезняк. Надо ловить вечерок, когда все там. Опа! Я только сказал про заказ, и выпало какое-то днище 1.07, 1 час 10 минут езды. Давайте возьмем все-таки. И была не была, куда нам ехать? Обратно на разворот. Ништячок такой подъехал. Как крыса, вот так поступаем. Мы ж таксисты. Ну это уже третий дальнячок нарисовывается. 1:30 ехать из-за пробок на МКАДе. Едем в Домодедово из Одинцово, в аэропорт едем. Не знаю. Коэффициент был 1.40. До этого мы брали дальники на час по коэффициенту 1.2 и было 1600-2000 поездка. А сейчас получается у нас 1.40 и ехать больше, чем час. Ну, 1000-2500-3, я думаю, да, мы сейчас должны поймать, по идее. Сейчас увидим. А вот и московские ценнички. 1:26, 3000 рублей, как я и говорил. Но приехали мы не в район Домодедово, а именно в аэропорт. Ну, 2400 где-то выйдет, я думаю. Ну, вот он, опыт. Уже на глаз по времени определяю количество, стоимость вернее. Ну, в очереди вставать не буду, сейчас выйдем отсюда и поймем другой заказ. Ну я без постоянных перекурчиков. Сейчас мы быстро опрокинем папироску и дальше работать. Всем хорошего дня. Время уже 10:30, я заработал только 1200. Вы думаете, что я грибу уже бабки? Да хрен там плавал. Я вот пытаюсь разобраться с держателем. Со штативом и со скотчем. У меня какие-то проблемы. Не липнет ничего у меня, короче. Но сейчас я вот так сделаю, я думаю. Ох, ёп. Чтобы вам, знаете, интереснее было наблюдать за событиями в такси, я решил расположить камеру вот так максимально уродски перед своим носом. Прошел я фотоконтроль, а мне Яндекс решил, короче, хлопнуть. Ха-ха. Типа, у меня что-то нарушено, там, повреждено в оклейке, а у меня нет оклейки. Ну, в общем, все, ладно, надо работать. За мной следят мои любимые родственники, куда я деваю бабки в такси. Поэтому нужно мутить, поэтому погнали. Чем питается таксист? Загадка в прямом смысле. И
взял из дома рулет с козьим сыром. И, конечно же, Ивлев рекомендует это дерьмо химозное, чтобы все это запить, потому что мы сегодня на экономии. Эту неделю мы долбим жестко, жестко долбим. Завершен еще один заказик. Что здесь у нас? 1700 рублей за один час езды. Прекрасно. Вез двух мужиков на завод. Тыц, тыц, тыц. Чуть не чихнул. А сейчас у нас тихий час. Я думаю, можно кибарнуть часик. Все равно уже трешка почти есть. Тем более сегодня пятница. Полчаса сна. Доброе утро, мы проснулись, время 13.18, вышли на линию, на улице дождь, это прекрасно, хорошие коэффициенты, высокий спрос, по-моему, есть, присутствует и пробки присутствуют, 4 балла, но спрос хороший по Москве, поэтому, я думаю, заработаем. Ну, не знаю, 26 минут подача из аэропорта, забирать сейчас... Получается, с домашним животным коэффициент 1.10. Ехать в центр Москвы, пятница. Как будто оно того не стоит. Но мы отчаянные таксисты. Берем все заказы подряд, потому что алименты, финансовые проблемы никто не отменял. Чаюшечка сюда на базу. 200 рублей, заказ 2.900. 2.900 плюс чаюшечка 200. Комфорт тариф. Ага. И что у нас здесь? Сколько мы? Час 15 ехали. 60 километров примерно. Пока что пробег 250 километров. Я думаю, все хорошо. Сколько у нас на общем балансе? Вышли мы во сколько? В 9, да? В 8 начали работать. Баланс у нас 7.300. Я думаю, десяточка будет железная. Тем более сегодня пятница. Дело к вечеру. Дождик. Кайфуем. Вот оно, еще 43 минуты, я не понимаю, что с этим, как его, все, я под вечер туплю уже, иншаллах, как его, стабилизатор, нет, фокусировка, вот же, в общем, за 40 минут 1700 рублей, просто поверьте мне на слово, вот они, 1700, итого за сегодня заработано 13, ты, ай-яй-яй, без спойлеров. Ёперный театр! Вы видели, как Яндекс обновился? Теперь какая-то шторка у нас здесь, уведомления. Как фокус? Хрена с два, а не фокус вам. Сумма заказов указана теперь в одном уголке. Цели, расписание, приоритет. Все это осталось, но теперь на выдвижной какой-то шторке. Выжимаем сцепление и переходим на нейтраль, потому что нужно переключиться на таксопарк надежный. Комиссия парка всего 1.5%, вывод под ноль, хоть после каждого заказа 24/7, и комиссия на вывод всего 1%. А девушки работают вообще без комиссии парка. Как вам такое? Много интересных плюшек, все они по ссылочке, по QR-кодику или в описании видео. Переходим, ознакомливаемся. Самые выгодные условия на рынке. Всем ни гвоздя, ни жезла, а мы поехали дальше. Ну это опять жесткий прикол. Весь день дальники. Короче, идет опять дальняк на час езды. 7 баллов пробки в Москве, а мы едем прямо в эпицентр куда-то. Ладно. За коэффициент 1.5. За 1.5 можно и пострадать, как будто вот 1.5, опять час езды, опять 1200-3 что ли, ну 1800-2200 делаю свои ставки. Короче, вот такая вот движуха, на пол литра у меня стаканчик такой, он греет тут на 45, 80, 60, 100 градусов. Доширак и хлеб и воду взял, сейчас, короче, будем кашеварить, будем ужин устроить себе. На улице сильнейшая ветрюга, и мы поймали заказ коэффициентом 1.70. Это рекорд за сегодня. 1.70 заказ поймать, еще ехать час 30, 7 баллов пробки, едем в сторону дома.
в сторону Внуково, от Внуково до моей хаты 15 минут. Я думаю, это джекпот, это хорошее окончание дня. Прям судорожный оргазм. И вот он заключительный, на 3200 заказ, час 20 езды, даже час 10. До дома еще 45 минут, 44 километра. Заработано уже 11600 за сегодня. Идем дальше.